Для регистрации на платформе Selfmade System необходимо нажать кнопку «Регистрация». Нажимаем кнопку «Регистрация», открывается регистрационная форма. Указывайте свое имя, указывайте email, придумывайте пароль и повторяйте пароль. Решайте простую капчу. Обязательно обратите внимание на то, что кто вас пригласил. Тут должно быть написано имя вашего пригласителя, то есть вашего наставника. Если здесь не будет ничего написано, значит проверьте, что правильно вы перешли по той ссылке для регистрации. Перед тем, как зарегистрироваться, обязательно ознакомьтесь с пользовательским соглашением. Для этого нажимаете «Пользовательское соглашение». Внимательно читайте и изучайте его. После этого возвращайтесь обратно и нажимаете кнопку «Регистрация». На ваш e-mail придет ссылка для подтверждения регистрации. Почта должна быть открыта в том же браузере, в котором вы регистрируетесь. Переходите в вашу почту, находите письмо подтверждения регистрации от SM System и для подтверждения регистрации переходите по ссылке, которая будет указана. Переходите по ссылке. Вы получите уведомление, что вы успешно зарегистрированы и можете уже войти в кабинет. Чтобы войти в личный кабинет, нажимаете кнопку «Авторизация» и указываете вашу почту и пароль, который вы указывали при регистрации. Если вы забыли пароль, то вы можете его восстановить. Для этого нажимаете кнопку «Восстановить пароль», указываете email, на который вы регистрировались, и отправляете письмо. Вам придет на почту письмо для восстановления пароля.